Всем привет! И сегодня мы выполняем домашнее задание по учебнику Next Move Students Book 1, страничку 89 по просьбе нашего подписчика. И сегодня у нас reading, чтение. Задание 1. Look at the extracts AC from Around the World in 80 Days by Jules Verne. Guess, what is it about? Посмотрите на отрывки AC из «Вокруг света 80 дней» Жюля Верна. Угадайте, о чем он? Phileas Fogg can't find his bag. Is it in France? Is it in China? He travels to 80 countries. But where is his bag? It is 1872. Phileas Fogg's friends say. No one can travel around the world in 80 days. I can, says Phileas Fogg. And his adventure begins. Phileas Fogg works at the train station. He meets many people from different countries. He hears 80 stories from 80 places around the world, but he never travels. Phileas Fogg не может найти его сумку. Она во Франции, она в Китае. Он путешествует в 80 стран. Но где сумка? Это 1872 год. Друзья Филиаса Фогга говорят, никто не путешествует вокруг света 80 дней. Я могу, говорит Филиас Фогг. И его путешествие начинается. Филиас Фогг работает на вокзале. Он встречается с многими людьми из разных стран. Он слушает 80 историй из 80 мест вокруг мира. Но он никогда не путешествовал. Правильный ответ B. Переходим к заданию 3. Read the text quickly. Put the events in the correct order. Прочитайте текст быстро. Поставьте события в правильном порядке. Но прежде чем нам ставить события в правильном порядке и выполнять задание 3, нам необходимо прочесть текст. Around the world in 80 days. At 7:25, Phileas Fogg said goodnight to his friends and left the club. At 7:50, he opened the door of his house in Savile Row and went in. Mr. Fogg, is that you? Said Passepartout. We must go to Charing Cross Station immediately. I want to make a journey round the world. Passepartout didn't understand him. Round the world, he asked. In 80 days, said Phileas Fogg, we must go now. Now, but your bags, I need one small bag. Bring my coat, wear strong shoes, move. At 8 o'clock, Passepartout was ready with a small bag. A quiet life, he thought. Where is my quiet life? Phileas Fogg didn't have a lot of things for the journey. He took the bag from Passepartout and put a lot of money and a railway and ship timetable into it. Then he gave the bag to Passepartout. At the station, Phileas Fogg saw his five friends from the club. You're here to say goodbye? That's kind, he said. At 8:40, Phileas Fogg and Passepartout got on the train, and at 8:45 the train started. Переводим. В 7:25 Филиас Фогг сказал спокойной ночи его друзьям и покинул клуб. В 7:50 он открыл дверь его дома на Savile Row и вошел в него. «Мистер Фогг, это вы?» – спросил Passepartout. «Мы должны пойти на станцию Charing Cross немедленно. Я хочу организовать путешествие вокруг света». Passepartout не понял его. «Вокруг света?» – спросил он. «80 дней», – сказал Филиас Фогг. «Мы должны поехать». «Сейчас! Сейчас! Но ваши сумки! Мне нужна одна маленькая сумка. Принеси мое пальто. Обуй крепкую обувь. Пойдем!» В 8 часов Passepartout был готов с маленькой сумкой. «Тихая жизнь!» – думал он. «Где моя спокойная жизнь?» Филиас Фогг не имел много вещей для путешествия. Он взял сумку у Passepartout и положил много денег и расписание поездов и кораблей в нее. Затем он дал сумку Passepartout. На станции Филиас Фогг увидел его 5 друзей из клуба. «Вы здесь, чтобы попрощаться?» «Это мило», — сказал он.
В 8:40 Филиас Фок и Паспарту сели в поезд. И в 8:45 поезд тронулся. Переходим к выполнению задания 3. Филиас Фок leaves the club. Это первое. Филиас Фок goes into his house. Второе. Филиас Фок gives his bag to Паспарту. Третье. Паспарту gets a bag for Филиас Фок. Четвертое. Филиас Фок sees his friends at the station. Пятое. Филиас Фок says goodbye to his friends. Шестое. Филиас Фок and Паспарту get on the train. Седьмое. Последнее. Переводим. Филиас Фок покидает клуб. Филиас Фок идет в его дом. Филиас Фок дает его сумку Паспарту. Паспарту берет сумку Филиаса Фока. Филиас Фок видит его друзей на станции. Филиас Фок прощается с его друзьями. Филиас Фок и Паспарту садятся в поезд. Переходим к заданию 4. Задание 4. Read the text again. Answer the questions. Прочитайте текст еще раз. Ответьте на вопросы. Where are Phileas Fogg's friends at the beginning of the exit? They are at the club. Where does Phileas Fogg live? Phileas Fogg lives in his house in Savile Row. Phileas Fogg asks Passepartout for two things. What are they? To bring his coat and to wear strong shoes. What does Phileas Fogg put inside the bag? He puts a lot of money and the railway and cheap timetable inside the bag. Where are Phileas Fogg's friends at the end of the exit? They're at the station. What time do Phileas Fogg and Passepartout leave Charing Cross Station? At 8:45. Переводим. Где находятся друзья Филиаса Фога в начале отрывка? Они в клубе. Где живет Филиас Фог? Филиас Фог живет в его доме на Savile Row. Филиас Фог просит Паспарту о двух вещах. Что это было? Принести его пальто и обуть крепкую обувь. Что положил Филиас Фог? Что кладет Филиас Фог внутрь сумки? Он кладет много денег и расписание поездов и кораблей внутрь сумки. Где находятся друзья Филиаса Фога в конце отрывка? Они находятся на станции. В какое время Филиас Фог и Паспарту покидают станцию Charing Cross? 8:45. Задание 5 мы пропустим и не будем выполнять, поскольку оно творческое. Творческие и другие домашние задания по английскому языку я выполняю по отдельному запросу в Telegram по ссылке в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых готовых домашних заданий по английскому языку. И всем пока!